Здравствуйте, дорогие друзья! Очень приятно приветствовать вас. Институт иностранных языков является одной из первых инновационных структур Российского университета дружбы народов. Он вобрал в себя все лучшее и стабильное из отечественной лингвистической науки, науки психолого-педагогической и науки, связанной с международными отношениями. Все самое положительное, самое стабильное, что есть в отечественной культуре, и все, что нам предлагали наши западные коллеги. Сегодня Институт иностранных языков – это большой дом, в котором учатся ребята более чем из 30 стран мира. Мы с большим удовольствием предлагаем своим абитуриентам программы бакалавриата и магистратуры. Бакалавриат по направлению лингвистика, психолого-педагогическое образование и зарубежное регионоведение European Studies. Мы занимаемся международными отношениями в европейском регионе. У нас есть возможности по окончании бакалавриата и не только для своих студентов, но и для ребят, закончивших другие высшие учебные заведения. Магистратура по трем направлениям. Теория коммуникации, международные связи с общественностью, пиар, зарубежное регионоведение, European Studies, и магистратура управленческой направленности по направлению психолого-педагогическое образование. Это психология управленческой деятельности. Наши выпускники могут продолжить свое образование в аспирантуре, в ординатуре, поскольку специалист в области иностранных языков, закончивший медицинский факультет, может отправиться заниматься и этими проблемами. Мы предлагаем занятия в аспирантуре по психологии, педагогике, методике преподавания иностранных языков, в области теории коммуникации и международных связей с общественностью, в области лингвистики, перевода и переводоведения. Мы также предлагаем ребятам аспирантуру в области международных отношений и зарубежного регионоведения. Но и это еще не все. В институте плодотворно работает отделение дополнительного и дополнительного профессионального образования. И став нашим студентом, будучи нашим абитуриентом, будучи просто человеком, желающим идти по программе Lifelong Learning, то есть учеба через всю жизнь, вы всегда можете прийти к нам на отделение дополнительного и дополнительного профессионального образования и освоить программы, в которых мы являемся специалистами. Еще раз, лингвистика, теория коммуникации, методика преподавания иностранных языков, перевод и переводоведение, международные отношения, менеджмент, реклама, пиар для лингвистов, зарубежное регионоведение и психолого-педагогическое образование. Мы будем рады всем, кто выберет наш институт в качестве своей стартовой площадки для выхода в большую жизнь, в большой космос под названием «Своя собственная жизнь, своя собственная карьера». Спасибо вам большое. Приходите к нам. Мы вам будем всегда очень рады.